Обожают путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. К положительным качествам относятся умение добиваться своего, развитая интуиция, практичность и высокий уровень энергии. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Звук «Ш» воспринимается окружающими положительно, ассоциируясь с детским лепетом, когда ребенок еще не выговаривает все звуки. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Люди с этим именем любят создавать и разрабатывать системы, программы, различные проекты. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Само имя несет энергию баланса. Если владелец этого имени попросит о чем-то высшие силы, то им начинает встречаться комбинации двоек. Это значит, что их молитвы услышаны, и они получат поддержку, и не стоит им опускать руки. Надо сохранять терпение и быть уверенным, что задуманное непременно сбудется, потому что на помощь приходит Вселенная. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.